Лучшее предложение только сегодняшнего дня. Платье Вистана. Сегодня супер предложение. Лучшая цена со скидкой 44%. Вы знаете, у нас еще буквально 22 августа была премьера от бренда Alina Collection. Было распродано 232 платья. А знаете почему? Потому что бренду Alina Collection доверяют и знают, что это шикарное платье, которое струится по вашей фигуре, будет не только роскошно смотреться на главных праздниках сезона, осеннего, зимнего, да, уже и Новый год, и Рождество, но и то, что вы будете чувствовать себя королевой. Менее 2000 рублей. Итак, наши расцветки красные, это мой выбор, это наша новинка, Микола, яркий рубин. Да, красивый яркий рубин или цвета оттенка граната. Также можно выбрать для себя сегодня оттенок черный. Если вы искали свое личное маленькое черное платье, то вы его нашли. Не скажу, что оно маленькое, но оно черное. Темно-синий цвет, изысканный, элегантный и, конечно же, оттенок сливы. Данные предложения все оснащены золотым бельевым платьем внутри. Итак, дорогие, только нужно успевать, потому что, зная, что у нас сегодня бренд Alina Collection представляет особенную коллекцию, мы знаем точно, что это предложение будет разбираться быстро. Итак, самое главное, скажи мне, пожалуйста, Микол, бренд Alina Collection, для кого он? Что это за бренд? Во-первых, это молодой бренд, появившийся на нашем телеканале в 2019 году при поддержке именно шоп-н-шоу. Алина раскрыла себя как дизайнера. Данный человек являлся закупщиком тканых полотен для одного известного российского дизайнера. Чаще всего, конечно же, такие специалисты потом вырастают и создают именно свои собственные коллекции. В принципе, можно сказать, что история бренда Alina Collection так же, как у меня. В свое время я начинал как дизайнер таких брендов, как Белла Потемкина, Ульяна Сергеенко и вечерняя мода Тоби Брайт. После этого я вырос уже в самостоятельного дизайнера, который выпускал даже свои собственные линейки. Итак, любимые, у нас размерный ряд от 50 до 60. Смотрите, у меня рост 1,75 м, 50 размер, но 48-50 я всегда выбираю 50 размер у бренда Alina Collection, и он идеально садится. Единственное, все-таки, платье, смотри, оно без молнии, Микол, но при этом я надела совершенно спокойно, оно не идет в обтяжку. Расскажи все нюансы, как выбрать? Мы выбираем с вами четко размер в размер, от 50 по 60. Достаточно пластичный материал здесь используется у нас с вами в технике Деваре и в обычной технике панбархат. Панбархат имеет пластичную фактуру. Его внутреннее вискозное платье также тянется, поэтому, например, Ника выбирает свой четко 50 размер в своем 50-м. Хотя, в принципе, 50 размер смело можно взять и на 48. Все-таки фактура такого бархата в технологии Деваре дает возможность даже более миниатюрной даме выбрать это платье для себя, и оно также будет на ней актуально сидеть. Что касается зоны бедер, здесь идет крой А-образного силуэта и спущенная линия, да, подольная часть, которая уходит в бархат, у нас сделана именно в самой критичной зоне бедра. Там, где часто бывает российская форма бедра галифе. Вот она как раз кидает возможность его убрать и выгодно продемонстрировать вашу попу. Выгодно продемонстрируйте свой образ. Это танец души, это королевская коллекция специально для вас. И сегодня выгодная скидка 44%. Единственное, Микола, смотри, кто сейчас будет выбирать для себя? У меня через месяц уже день рождения. Я думаю, если я выберу, знаешь, танцы где-то вместе, встречи с друзьями, чтобы, знаешь, как вот не переживать, что вытрется сам техника Деваре, что вытрется сам бархат. Точно ли такого не случится? Насколько я могу быть уверена в этом? Безусловно, такого не произойдет. Современные технологии дают возможности как раз-таки вас обезопасить. Вообще, современные ткани стали очень износостойкие, при этом потеряли, слава богу, ту самую неприятную фактуру искусственного материала, которая была в советское время. Да, здесь наполовину не натуральный продукт, наполовину натуральный. Но в любом случае, его тактильные ощущения, его восприятие к телу у нас с вами очевидно приятное. Гладкая фактура прикасается к вашему телу. Но основное изделие, которое будет прикасаться к вашему телу, это бельевое платье, которое вшито вовнутрь. 50% вискозы, 50% полиэфира. Имеет специфическое поведение. При ношении и посадке растягивается в сторону. Для того, чтобы его восстановить, вам нужно потянуть его вертикально. То есть растягиваем в горизонталь, после посадки оттягиваем его, и он сразу восстанавливает свою структуру.
Очень. Кстати, мне понравилось, что, во-первых, подкладочная ткань, знаешь, она не электризуется, она идеально сидит на теле, она не просвечивает, и при этом платье, боже, как оно красиво, посмотрите, какая красота. Сегодня 1999 рублей цена, вы можете себе это позволить на подарок для себя, для своей дочки, сестры, тети, и, конечно же, вспомнить о том, что вы женщина, да, и особенно такая королевская серия у нас представлена. Девушка, которая поет. Именно так. Пойте всегда, будьте, знаете, самой яркой в этой жизни, потому что живем один раз, и нужно себя радовать сегодня. Кстати, безопасная дистанционная покупка, потому что это бренд Alina Collection, ему доверяют, его любят. Еще очень важно, мне понравилось, опять же, вот знаешь, все-таки заниженная талия, при том, что у меня, допустим, нижние эти фигуры, знаешь, если я поправляюсь, я всегда поправляюсь именно в бедрах, и здесь не подчеркнул, а наоборот разгрузил, то есть не грузная получается, если нижний тип я фигуры. Бы даже сказал, что здесь за талии у платья по факту отрезной не существует. Это у нас с вами платье как полукарандаш, даже я бы сказал платье-пенал, потому что вы в него окунаетесь с головы по колено, то есть оно свободное, оно не прилегает к телу. При желании всегда можно приталить его ремешком. Здесь у нас идет просто, оно не дошито до длины, а здесь модернизируется валан, который, кстати, идет очень на правильной зоне. Смотрите, разная ростовка у нас с вами и ведущие, и модели, разные пропорции бедра, у кого-то крупнее, у кого-то они достаточно более узкие. В любом случае, вот именно эта длина изделия хорошо закрывает и в то же время дает возможности правильно продемонстрировать ваши ножки. Итак, любимые, это модные выходные, поэтому цены лучшие. Кстати, длина платья, Микол, насколько точно она 106, да, то есть ниже колен подойдет для каждого роста? Смотрите, Ника, например, чуть выше Алины, но при этом и у той, и другой оно идет максимально до колена. Смотрите, Ника практически со мной сравнима по росту, он ей идет до колена. Алина чуть ниже, у нее слегка спускается за колено. Татьяна вот в красном цвете, да, сейчас вам демонстрирует. Либо черный цвет можно для себя сегодня выбрать и накинуть на него шубы. Особенно красиво смотрится белые или черные цвета. Темно-синий оттенок платья и изысканный баклажановый у нас с вами есть сегодня цвет. О, напоминающий хорош, такой сливовый. Пурпурно-фиолетовый Кстати, цвет. Если вам нравится сейчас шубка Таисия, заказывайте вместе. Мы вас любим. Это прекрасная первая покупка для наших новых телезрителей. Присоединяйтесь. Ну а постоянные телезрители знают бренд Alina Collection. Это успех нашего телеканала. Это ваша королевская коллекция и платье Вистана. Новое прочтение шикарной жизни.